Всем привет, с вами Простак, а сегодня я вам расскажу, как можно бесплатно... Всем привет, с вами Простак, а сегодня я вам расскажу, как можно быстро и просто поднять свой уровень в Стиме. Для этого, как всегда, заходим в Chrome. Да, это не проверка. Но, если вы хотите проверку, набираем 3000 лайков, и я найду недохакера, который расскажет, как можно сделать это бесплатно. Но если ты хочешь меня поддержать, то смотри ролик до конца. Сегодня у нас на обзоре сайт Steam Level.U. Какое-то неполное название. Заходим, как всегда, в Steam. Опа, я здесь не зашел. Как всегда, я всем всегда советую, даже если сайт проверенный и честный, сначала зайдите на официальную страницу Steam и здесь уже зарегистрируйтесь, либо заводите под собой. А после этого уже заходите на сайт и войти под собой. А давайте так, чтобы вам было интересно смотреть, проведем розыгрыш. Результаты будут в выпуске недохакера, который расскажет к нам, как можно бесплатно поднять уровень Steam. А для этого нужно 3000 лайков. Так вот. Пиши в комментариях, какой сейчас у тебя уровень. И если выйдет такой выпуск недохакера, то я отберу 2 или 3 победителей, которым бесплатно апну уровень в Стиме на 10 левелов. Что нам может дать этот сайт? Мы здесь можем просто повысить уровень, либо же обменять наши карточки на что-то другое. Включить Team Fortress, CSGO, гидры и самоцветы. Самоцветов очень много. У меня, кстати, карточек и так очень много. Сейчас давайте-ка в Steam зайду. Если открыть мой инвентарь, у меня тут очень много карточек. Очень много. Хоть у меня карточек и много, но ни одного комплекта полного нет. Поэтому вот сейчас все проверим. И после этого спокойно попытаемся обновить уровень с помощью этого сайта. Так, все. Видите, нет ни одного. На данный момент 67 уровень. Точно так же здесь пишется 67. Давайте апнем до 80-го. Кругленькое такое число возьмем. Нам надо будет заплатить $9.7. Либо же можно оплатить ключами CSGO, скинами CSGO, ключами всякими и самоцветами. Прикольно, самоцветами можно оплачивать. А у меня, кстати, есть самоцветы. Мешок. Ну вот 7000 у меня есть только. Не хватает, ладно. Потом можно, кстати, попробовать апнуть. Тогда я пополняю свой баланс. Так, выбираем, сколько нам нужно пополнить. И выбираем способ оплаты. Через интеркассу и UnitPay. Давайте выберем ВМЗ. Для оплаты нам нужно зайти под собой в WebMoney. Сейчас нужно посмотреть, как это называется-то хоть. Оплата успешно переведена. Возвращаемся в магазин. И проверяем, что у нас $9.7. Все как и надо. Так, все закрываем. Вписываем опять 80 уровень. И оплачиваем балансом. Нужно ввести свою тред-ссылочку. Она уже здесь у выбрана. Вставляем. Сейв. И погнали апать свой уровень. Так, отправляем офер. Все очень понятненько. Написано, что офер уже отправлен. Да, вот я захожу в Steam, и он здесь. Хотя секунду назад его не было. Ядрит тут карточек. Офигеть. Но они сложены комплектами, поэтому с моими они не перепутаются. Ох, офигеть. Я там смотрел, другие ютуберы пытаются там 130 уровень апнуть. И такое ощущение, что у меня больше карточек, чем у них. Оно лагануло, но уже, скорее всего, принялось. Только не говорит, что опять сервера Steam упали. Но слишком много вещей, поэтому он так подлагивает. Все. А, нет, 730, они не принялись еще. Ну, короче, Steam, как всегда, в своем репертуаре. Скорее всего, вещи просто принимаются ко мне. Поэтому так лагает. Да, вот видите, смотрите. Уже все пропало, и у меня все в инвентаре. Вот там закончило, вот. Все готово. Так, тогда заходим в свой профиль. И сейчас пойдем апать уровень. Создать 5 раз. Не пропускается, да? Офигеть, карточек. Сколько их там еще? Так, это последнее. Все, выходим. Обновляем. Все, у меня больше ничего нет. И у меня 80 уровень. Как нам сказали, так и было. 100 новых предметов, которые мы, кстати, можем точно так же и продать. У меня куча. Куча. Офигеть, у меня их реально куча. Скидок. Пишите в комментариях, хотите ли вы розыгрыш вот этих скидок. Я не знаю, они мне не особо нужны будут. Навряд ли я что-то буду покупать. Но если вдруг вы хотите... Мы сделаем большой розыгрыш. Не знаю, давайте в Телеграме, допустим. Так, уровень нам апнули. Все очень быстро, красиво, круто. Теперь давайте попробуем продать наши карточек. У меня карточек много.
Так, можно один ключ CSGO. Ну, давайте попробуем обменять. Я все правильно нажал? Так, давайте попробуем зайти в Steam. Тредов никаких нету. А что делать? А, они покупают прям наборами. Но, к сожалению, у меня наборов нет, поэтому мы не сможем продать. Я думал, карточки поштучно можно продавать. Оказывается, нет. Обидно, обидно. На этом мы заканчиваем. Сайт мы проверили. Он честный, быстрый. Моментально мне приходили эти трейды. Кучу карточек я получил. А помимо карточек, которые повысили мне уровень, я получил еще и 100 предметов в инвентарь, которые продать, и я смогу, наверное, отбить пол стоимости как минимум. Я вам напоминаю, набираем 3000 лайков, проводим проверочку недохакера, который сделает это бесплатно. Я постараюсь найти. Если вдруг знаете, присылайте. И в этом же ролике я отберу несколько победителей, которым апнут точно так же уровень в Steam. Так что, если вам это интересно, ставьте лайки. На этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что досмотрели до самого конца. Извините, что за реклама была. Всем спасибо еще раз и до завтра. Или когда там следующий ролик. До следующего ролика, короче.